Да, действительно, для ребят это уникальная возможность получить такой опыт, почувствовать себя настоящим спасателем, изучить профессию изнутри. Для нас, спасателей, это важно с той стороны, что, конечно, это те люди, которые пойдут в общество, они прежде всего смогут сами среагировать в какой-то нестандартной ситуации и оказать помощь другому человеку. Сегодня здесь у ребят уникальная возможность почувствовать себя спасателями, водолазами. Они смогут, вот мы видели с вами только маленькую часть того, что для них сегодня здесь приготовлено. Это и борьба с огнем, это оказание помощи терпящим дорожно-транспортных происшествий, это как правильно оказывать первую помощь, это оказание помощи терпящим бедствия на воде, работа с альпинистским снаряжением. То есть максимально возможное все, что было для них подготовить, мы сделали для того, чтобы они смогли... Прежде всего, конечно, сделать верный выбор. Мы их ждем в нашей семье. Если ребята после такого дня примут решение быть спасателями, для нас это важно. Это неравнодушные люди. Я еще раз повторю, в реальной чрезвычайной ситуации, пройдя вот такой день с нами, проживя со спасателями, они смогут не растеряться и оказать помощь другому.